Кто может рассчитывать на социальную поддержку? Завтра в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области будет работать горячая линия. С 9 утра до 6 вечера специалисты ответят на все вопросы о предоставлении и размере пособий. Номер вы можете увидеть на экране. Семья Блиновых рассчитывает не только на помощь государства. Родители ребенка с особенностями здоровья делают все, чтобы его жизнь была интересной и яркой. Помогают Мише учить английский, катаются с ним на горках. С помощью мамы и папы мальчик общается с другими людьми. В гостях у Блиновых побывала Александра Медведенко. Да вы знаете компанию «Мосфильм»? Конечно, знаем. А теперь ты расскажи, в связи с чем ты спрашиваешь? 12-летний Миша задает неожиданные вопросы. Он спокойно может дискутировать на тему советского кино. Любимые фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Королева бензоколонки». Но общаться с людьми без маминой помощи он не может. Диагноз поставили в 9 месяцев – ДЦП. Я думаю, что мы как раз избежали этих проблем с развитием вследствие того, что он имел обратную связь. То есть, вернее, мы имели от него обратную связь и смогли ответить ему на вопросы, быть в диалоге постоянно. Мы проводим разговоры каждый день по несколько часов. То есть это, конечно, не просто, но это очень нужно. Разговаривают с помощью самодельных карточек из картона. На них буквы, цифры, математические символы. Родители Миши самостоятельно изучают разные зарубежные методики и адаптируют к своим условиям. К примеру, гаджет для геймеров заменяет компьютер за 1 000 000 рублей. Тот же принцип отслеживает глаза. Вот, но для игр. Это игра для начинающих геймеров. С помощью движения глаз нужно провести героя, крота, через темный лес. С каждым разом получается все лучше. А в дальнейшем это будет коммуникация. То есть у него цель общаться через интернет, хотя бы с кем-то, вот, с помощью быть более социальным. Ноги поддаются, тело поддается, поэтому в домашних условиях растягиваем, занимается. Ну и надеемся, наверное, на взросление, чтобы стал более осознанным и сам стал немножко к этому тянуться. Миша, победить не можешь? Старайся. Ну а пока Миша смотрит любимые фильмы, сочиняет сказки и учит английский. Иностранный язык нужен для того, чтобы понимать тексты любимых песен. Миша называет себя фанатом группы Queen. Миша, как истинный гостеприимный хозяин, конечно, не без помощи родителей, организовал нам чайный стол. И, конечно, как любой Мишка-сладкоежка, он проследил за тем, чтобы на столе обязательно был мед и конфеты. Александра Медведенко, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!